Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал Алекс Манка Classic Games. Я продолжаю летсплей отечественной игры автосимулятора «Полный привод 2 Hammer». Сиквел игры «Полный привод УАЗ 4x4». Продолжаем карьеру, ну и он же чемпионат мира. Продолжаем покорение бездорожья Крыма. Следующее испытание на очереди — это Триал Экстремальный Крым. Ну, получается, награда за первое, второе, третье место. Конфигурация, старт, финиш. Читаем описание. Триал Экстремальный Крым. Этот этап соревнований потребует от вас мастерства настоящего альпиниста. Вам предстоит сразиться со скалами и утесами горного Крыма и проехать на автомобиле там, где не каждый человек сможет пройти. Использование лебедки может существенно облегчить прохождение некоторых препятствий. Ладно, начинаем. Итак, участники. Я на Шевроле Колорадо, Рыжков на Хаммер H2 Суд, Буликов на Шевроле Трейлблейзер и Житков на Шевроле Колорадо. Наши соперники уже проехали, вот их результаты. Теперь дело за мной. Погнали. Trapped in this life for so long. I
Порядок. Я получил, получается, извините за тавтологию, 76 штрафных очков. Ну, вы видели, ленты рвались в самый неожиданный момент. Как всегда, образую цепную реакцию, а Рыжков прошел на второе место, пришел с разницей 21 очко. Не так уж сильно отстал, кстати. Молодец. На Хаммере H2 суд. Продолжаем. $8300, 5 очков рейтинга и 2300 очков бонусных очков за победу. Нормальный ремонт на $114. Вот мы, ребята, и дождались. Топовый двигатель. Получается, у нас был вот этот, самый первый, который мы купили. И теперь сразу же покупаем топовый. Немного падает износостойкость и управляемость, видимо, за счет его веса. Но зато хорошо увеличится скорость. И немного ускорения и проходимость. Значит, двигатель V8 Vortex 5000. Эта модель дает значительный прирост мощности автомобиля при небольшой потере надежности. Прирост мощности 25,7 лошадиных сил. 15000, покупаем. Все, двигатель и распредвал у нас больше не нуждаются в улучшении. Чип-тюнинг тоже доступен, кстати. При небольшом снижении износостойкости, управляемости, ускорения повышается скорость и проходимость. Ну-ка посмотрим. Чип-тюнинг Charger 900V143 значительно повышает мощность автомобиля при небольшой потере надежности. Прирост мощности 14,3% от базовой. 3200, я беру его. Так останется топовую турбину установить. Без системы охлаждения мы решили. Так, достаточно вот этой будет. Тормоза топовые. Так, пружины мы не будем ставить, наверное. Амортизаторы, наверное, тоже. Коробку передач тоже не будем. Так, что нам, получается, остается? Только турбину подождать. Ну да. Продолжаем покорять бездорожье Крыма. На очереди трофей Камнепад. Ого! Смотрите, старт, куча специальных участков сложной проходимости и финиш. Награда за первое, второе, третье место. Трофей Камнепад. В этом заезде у вас будет уникальная возможность насладиться видами Крыма и повысить класс управления внедорожником. Вас ждут коварные повороты, резкие перепады высот, узкие горные тропы и сложные скальные спецучастки. И что-то, ребята, мне хочется... А, подождите, хотел сказать проехать только по обычным путям, но смотрите, в начале получается 1, 2, 3, 4 спецучастка короткие, 5 тоже короткие. В общем, давайте как пойдет, так и поедем. Вперед. Участники. Я на Chevrolet Colorado. Алферов на Хаммер H3 SUV, Кулинко на такой же машине, Шунайлов на Chevrolet Trailblazer и Кулинко тоже, не понял, братья что ли? Смотрите, два раза Кулинко S. Сергей и Станислав, допустим, тоже на Хаммер H3 SUV. Так, трое из участников уже проехали, осталось еще двое, я и, наверное, Алферов. Погнали.
моя любимая песня.
Ребят, это был шикарный заезд. Такой продолжительный, классный. Мне вообще понравились эти спецучастки. Кому-то может показаться в тягости их проходить, но мне нравится реально вот это бездорожье преодолевать. Единственное, мрачнеет настроение, когда рвется лента. Ну ладно, это ерунда. Не так уж много... Не так уж и много этих... Ну понятно. Как сказать, штрафного времени получаете. Так, получается, что Куленко на Hummer H3 SUV отстал от меня на 3 минуты 2 секунды. Хороший показатель. Мы получили 10 тысяч денег за победу, 9 очков рейтинга и 6220 бонусных очков. Так, ремонт на $131, нормально. Тюнинг, я думаю, пока пропустим. Второй заезд в Крыму. Третий, то есть уже получается ночное ориентирование. Ориентирование, южный ветер. Так, ночное ориентирование, южный ветер. Вот награда за первое, второе, третье место. В нашей ночной программе путешествия по серпантину Горного Крыма. Два контрольных пункта вы найдете без особого труда, но вот третий вам придется поискать. Используйте все режимы камер, чтобы найти воздушные шары, отмечающие расположение контрольных пунктов. Хорошо. Так, значит, ночное ориентирование, южный ветер. Участники. Я на Chevrolet Colorado. Шевров на Hummer H2 Sud. Асокин на Chevrolet Trailblazer и Кудрявцев на Hummer H3 SUV. Вперед. А, забыл сказать. Вот результаты моих соперников. Мне нужно преодолеть время 5 минут 33,33 секунды на первое место. Ё-моё, как высоко.
judgment has arrived. No escape, I'm begging for. Don't die, my brother. Bullets rising from the gun. None have left to see only one. Anger suffer all the same. Ниже. Сдаем назад. Просто супер, ребята. Шевров на Хаммер H2 Суд отстал от меня по времени на 2 минуты 23,53 секунды. Я считаю, я хорошо сориентировался здесь. Продолжаем. $9900, 5 очков рейтинга и 1600 бонусных очков. Так, ремонт $153, нормально. Вот эти вспомним насчет тюнинга, что нам там нужно. Так, с этим все. С этим все. Так, с этим... Да, пожалуй, последнюю турбину все-таки куплю, ребята. Не такая уж и большая потеря управляемости и износостойкости, зато увеличится проходимость, хорошо увеличится ускорение, ну и скорость. Турбина Turbocharger XX17 значительно повышает мощность двигателя путем увеличения давления в системе впуска. При небольшой потере надежности, прирост мощности 25 лошадиных сил, $7060, берем. С этим все. Далее с этим все у нас. Вот это я брать не буду. Хватит и вот этого фильтра. Тормоза у меня топовые. Так, здесь, по-моему, все. Очень большая потеря износостойкости. Я не буду брать эти пружины. Так вот, амортизаторы. Но все только ради повышения управляемости. Но мне и так хватает. Так что с этим тоже все. С коробкой передач все. С компрессором все. Угу. В общем, будем считать, что внутренний тюнинг мы закончили полностью. Прокачали. Колеса тоже. И давайте посмотрим внешку. Во. Сначала посмотрим, какой был. Смотрим на багажник сверху вот этот. Так. И так. Ух ты, как каркас безопасности даже, смотрите, шикарно. Все чуть-чуть снижается, зато увеличится износостойкость. $3560. Багажник усиленный, Heavy Lamp 08, с установленной оптикой GPF 912. Вот она, дополнительная оптика сверху. Берем. Самый топ. Кенгурин все в порядке. Задний бампер в порядке. Вот боковые усиленные пороги. Вот так вот он выглядит. Вот, будет таким. Берем, я считаю. Повысим износостойкость. Усиленные пороги Ultra Tuber 005 1280. Так, с защитой окон все. Защита фар. О, последние открылись. Ну-ка. Смотрим, сюда были такие. Станут такие. Угу. Еще раз. Вижу. Темная такая окантовка стала. Повышается износостойкость. Защита фар. Storm Glass Super. 1350. Берем. Так, эти топовые. Топовый. Все остальное мне уже не надо. Ну все, ребята. Можете меня поздравить. Мой внедорожник Chevrolet Colorado полностью прокачан.
Теперь остается, ребята, копить. Кстати, давайте в автосалон еще заглянем. Копить на мой любимый Хаммер. Сейчас покажу, какой. Вот, к слову, Хаммер H2 Суд уже открылся. GMC Sierra. А вот Хаммер H2 Суд все еще закрыт. Так же, как и Cadillac Escalade. И вот мой любимый Хаммер H1 Alpha. Не так уж и много бонусных очков осталось до него, а вот денежек придется подкопить порядочно. Так что, ну благо, сейчас мы кроме как на ремонт больше ничего тратить не будем. Будем копить на Хаммер. Последнее испытание в Крыму – это ночной спринт, ночной пляж. Получается старт и финиш. Награды за первое, второе, третье место. Читаем описание. Значит, ночной спринт, ночной пляж. Через лес. На песчаный пляж и снова в лес. Короткий спринт, который не даст вам расслабиться. Если слишком спешить, можно найти случайное дерево. Пропустить неприметный мостик или вылететь с трассы, добавив газу на пологом спуске. Понятно? Участники, я на Chevrolet Colorado, Демин на Chevrolet Trailblazer и Шевров на Hummer H3 SUV. Раз спринт, значит, выступаем все одновременно. Погнали. Да, нешуточная борьба была за первое место, вы видели, да, ведь? Давайте подождем соперников. Хаммер прибыл. Это Шевров на Хаммер H3 SUV. С отставанием почти 13 секунд. А Демин, похоже, застрял. Ну ладно. Что-то, знаете, мне хочется гнать повтор этого спринта, он такой стремительный. $12,100 за победу, 0 очков рейтинга и 2450 бонусных очков. С удовольствием гляну повтор, всю эту борьбу трех внедорожников. Меня видели, подвинуть хотел.
у него это получилось, но я догоню. Камень преткновения. Брутально у меня Колорадо получился, вообще офигеет. После полного тюнинга-то. Хоть послушаем в тишине звук двигателя без музыки. Тоже надо иногда. В этом тоже есть свой кайф. Не, Колорадо красавец вообще. А вон я вас мимо моста, получается, толкнул. Это как-то занесло, но я его выправил. Не хотел этого делать, но так получилось. И впилил в камень. Шикарный Chevrolet Colorado. Напишите, кому он тоже нравится. Я, в принципе, пикапы люблю. Ну и, собственно говоря, финиш. И потом сзади в меня должен въехать Хаммер. Бам! Хаммер H3-то тоже серьезно прокачан. По крайней мере, внешне. Да вообще красавцы, здесь тоже джипы. Ну, а третьего так и не видать. Ладно. Так, наездили на $137 ремонта. Хорошо. Так, еще раз давайте посмотрим в автосалоне. У нас сейчас почти 40 тысяч бонусных очков. Вот уже открылся Hummer H2 SUV. Немножко осталось до Cadillac Escalade. И чуть больше, чем немножко... Ну, грубо говоря, чуть больше 10 тысяч очков, бонусных очков не нужно для открытия любимого Hummer H1 Alpha. Chevrolet Colorado, просто прелесть. Конечно, это брутальный мужик Chevrolet Colorado, но прелесть в том плане, что машина. Мне очень нравится, смотрите, какой шикарный. Так бы любовался на этот хром, который по всему кузову, как защитный каркас. Расширители колесных арок. И так далее, и так далее. Кстати, стоит посмотреть на эти же. На Hummer H2 повнимательнее. Вот, меня интересует, как он выглядит в разных цветовых гаммах. Так, оранжевый. Ну, черный, это бесспорно вообще топ. Желтый. Синий.
и такой коричнево-малиновый. Посмотрим. Hummer H2 SUV, который классический джип. Так, синий. Коричневый. Черный, шикарный. Желтый. Красный. И оранжевый. Но мой любимый цвет, конечно же, черный. Я сравниваю проходимость Hummer H1 Alpha и Hummer H2 SUV. Проходимость 32. Так, управляемость 32. 34. У этого лучше. Ускорение 36. 32. У H1 лучше. Скорость 34. 34 такая же. Износостойкость такая же вроде. Нет, износостойкость лучше у Hummer H1 Alpha. 30 против 32. Угу. Скорее бы он открылся уже. И скорее бы мы денежек до него накопили. Сюда бы еще один нолик прибавить мне в количество денег, и хватило бы. Так, а что там у нас осталось в Мичигане и в Исландии? О-о-о! Походу, можно будет всю серию посвятить Исландии следующую. Так, а в Мичигане? Ну или начать с Мичигана, последнее испытание есть пройти. Что-то в Неваде. 2 плюс финишная. Как бы можно пройти вот это задание, и уже игра по первому кругу бы считается пройдена. Ну, конечно же, не на 100%, потому что для 100% прохождения нужно лидерство во всех заездах. Ладно, давайте прокатимся еще по Мичигану в этой же серии, чтобы одну-то не переносить. Что-то у нас ориентирование, дождь в тоскливом октябре. Угу. Вот. Награда за первое, второе, третье место. Ориентирование, дождь в тоскливом октябре. Дождь не только значительно ухудшает видимость, но и размывает дороги, делая скользкими мичиганские камни. Поиск трех контрольных пунктов в этих условиях превращается в борьбу с управлением легко срывающегося в юз автомобиля. Давайте попробуем. Соскучился по этой музыке уже. Участники: я на Chevrolet Colorado, Шевров на Hummer H2 SUV, Асокин на Hummer H3 SUV и Кудрявцев на Chevrolet Trailblazer. Вот результаты моих соперников. Мне необходимо побить время 5 минут 45,74 секунды для первого места. Давайте.
было напряженно немного. Я молодец, смотрите, Шевров на Hummer H2 SUT отстал от меня на 38,84 секунды. Я считаю, мне хороший показатель. 11 тысяч долларов банк, 5 очков рейтинга и 1700 бонусных очков. Получается, пока что у нас с Крымом все и со штатом Мичиган все. Ну хорошо, что я завершил этот заезд в этой серии. Так, ремонт. 137 долларов, нормально. И давайте будем заканчивать. С вами был Алексей и канал Alex Monk Classic Games. Надеюсь, что видео посмотрели с удовольствием. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи!